Готовится к открытию гигантский для Старого Оскола парк в микрорайоне «Зеленый Лог». Благоустройство зоны отдыха идет параллельно с монтажом детских и спортивных площадок. Оборудование всемирно известного датского производителя «Кампан» уникальное для региона. Конструкции из самых современных экологически чистых материалов считаются антивандальными. Однако российская пословица гласит «ломать не строить». Минувшей ночью неизвестные уже пометили спортивные снаряды краской. К сожалению, вот буквально вчера на новую спортивную площадку уже изрисовали краской из баллончиков. Но, к счастью, мы это вовремя заметили, и по свежим следам, малоагрессивными растворителями, мы все удалили, она сейчас как новая. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы такое впредь не повторялось, и не только на период строительства, но и на уже дальнейший период эксплуатации. Эксплуатация еще не началась, обращает внимание администрация. Дело в том, что на асфальт для безопасности должны уложить специальное прорезиненное покрытие. Однако уже сейчас есть желающие опробовать новые конструкции. Это категорически запрещено.